Мы говорили об определенных темах, uh, которые начинаются с первой главы книги Бытия до 12 главы книги Бытия, Бытие 9 Бытие глава, um, Исход, 15 глава, Numbers 24, числа 24, 32, Второзаконие 32. Those все это выделенные поэмы. Сейчас мы рассмотрим структуру всей еврейской Библии. Если вы посмотрите на структуру очень внимательно, то определенные вещи Because возникнут в вашем уме. Потому что это все построено okay? на модели Миноры. Вы найдете определенные сходства между свечой А и А'. B and b свечами b и b3 c, c и c, и c'. Right at the very heart is that именно посередине находится эта центральная свеча вот на чем мы должны сконцентрироваться все остальное не обладает такой же важностью и указывает на центральную свечу.

Например, А рассказывает о первобытной истории, it talks about the creation of the land, о сотворении земли. It talks about the seed. Также это говорит о семени. There's Adam and Eve. Адам и Ева поселены в Эдемском саду с определенной целью. Они пытаются стать богами. И, конечно же, они были удалены из Эдемского сада. Затем в Бытие 3.15 пророчества, что Бог даст семя женщины, который все воссоздает. Свеча А штрих. Говорит о пророческой истории. Начиная с книги Судей до Третьей Царств. It is a very sad history. Это очень грустная история. If you compare judges all the way to second Если вы сравните king, все книги, начиная с книги Судей до книги Четвертых Царств, то увидите, что они параллельны книге Бытие 1-11. Бытие с 1 по 11 главы говорит о всей человеческой расе. Судей и по 4 Царств говорят о народе Божьем. Поэтому если вы рассмотрите эту модель Миноры, то станет очевидно, что Дух Святой говорит еврейскому народу, ты ничем не отличаешься. Остальной мир восстал против меня. А остальной мир осквернил мой идеальный мир. Остальной мир захотел сам стать богами и богинями, но я покажу тебе, что ты сделал то же самое. So should your punishment be any different? Поэтому должно ли твое наказание чем-нибудь отличаться от того, которое описано в Бытие с 1 по 11 главы? Вы видите, в чем so суть? A a Поэтому свеча А и А-параллельны друг другу. Также Б B и Б-параллельны друг другу. В Б происходят перемены. God selects Abraham. Бог избирает Авраама. Abraham comes out of the east. Авраам приходит с востока, входит в землю. Строит алтарь. Призывает имя Господа. Бог говорит Аврааму, «Я даю тебе обетование семени. Через твою семью произойдет семя». Благодаря этому семени земля станет святой.

Пункт Б. Это бытие главы 12 по 50. И здесь говорится о том, как Бог избрал Авраама. Глава 12, 12 chapter 13, 13 chapter 15, 15 chapter 17. Бог показывает, как Он воссоздает землю.

Они входят в святую землю. Но что-то происходит еще задолго этого. Знаете, что именно? В 13 главе книги Чисел Моисей посылает 12 разведчиков. Он говорит им, пойдите в землю. Зачем? You have to judge, вы должны решить, good, хороша ли земля, или она плохая. Okay. Хорошо. Тов. Или Ра. Okay. So Поэтому они идут туда they bring the... и приносят пищи от Эшкол Эхад. The, the bunch гроздь винограда. эхад okay. это один. It's a bunch. Но это гроздь. Is. Бог такой же. He is one, Он един. But he is но триедин. Okay? So Поэтому они исследуют территорию. И возвращаются. Десять из них говорят, что эта земля. Ра, okay? ра. Они возвращаются с плохими словами. Как вы увидите в числах 13 главе. Они возвращаются с плохим словом. Ра. Но только два человека говорят, «Земля Тов, Тов, это Божья хорошая земля, которую Он обещал нам». Это хорошая земля, о которой говорится в книге Иисуса Навина. Но есть одна проблема. Там живет другой народ. Поэтому эта земля стала нечистой. И Бог попросил их сделать определенные вещи. Обычно книгу Иисуса Навина изображают очень неприятно. Но...

Вы слышали этот вопрос, если не Бог так ли? Бог, если Бог — это Бог, если Он, Он мирный, мирный, если Он свят, то как Он позволил произойти этой резне? Ну, люди неправильно понимают. Люди неправильно понимают. Книгу Иисуса Навина. Что Бог просит людей, людей Яраш, Землю. Что в Иврите означает овладеть, okay. land, овладеть землей и избавиться от it's, людей. It's word, Используется то же слово, Яраш. So was... Поэтому Божьему народу была дана заповедь избавиться от нечестивых богов. И богинь избавиться от жрецов и жриц. Их грешных сексуальных практик. But go and possess the people, и пойти овладеть людьми. That they may be dispossessed of the land и лишить их права владения землей. Народу было дано миссионерское задание. So Потому что это Божья святая земля. Это Божий святой народ. Его святое семя, которое утвердит его святое имя. Бог хотел, чтобы они яраш. Right? Это абсолютно отличается от резни. Это не похоже на то, что хотят делать люди на Ближнем Востоке. Резня евреев и христиан. Это не так. Но овладеть землей для Бога. Вот что можно найти в подпункте B'. Мы немного поговорим об этом, когда более глубоко будем изучать книгу Исход. Очень кратко. Давайте посмотрим на S и S'. Также параллельны друг к другу. И говорят о Пейсахе. Бог говорит Моисею, «Скажи народу израильскому». В 12 главе. Скажи, чтобы они закололи агнца. И принеси агнца в жертву. Кровь акция должна быть на косяках дверей, что станет знаком их спасения. Они будут спасены. Okay? In C. Это С. А С трих происходит нечто. Do... Самое первое, что делает народ — just as they're about to enter into the land, is to celebrate Passover. Nothing else is heard of. Just once before this, in the wilderness, do they celebrate Passover in the second year. Okay, that's found in the, the first part of the book of Numbers. Это можно найти в первой части книги. Чисел. Is found is found Помимо этого, когда они уже были готовы войти в обетованную землю. So Поэтому Песах — это очень важная okay. тема. А и Аштрих. Творение и его воссоздание. Или творение и осквернение.

How is that promise fulfilled? Как исполнилось это обетование? Оно исполнилось в празднике Песах. Вот почему Песах настолько It's важен. Песах занимает центральное положение в нашей вере. Песах so занимал центральное положение в служении Иешуа. Вы и мы думаем, что Песах в последний раз был во времена служения Ишуа. Это неправда. И если мы внимательно посмотрим на Евангелие, Иешуа каждый год праздновал Песах с учениками. И есть высказывание, как они возлежали с Иешуа. Они все возлежали. Что они делали? Они праздновали Песах. Иешуа скажет что-то очень важное для того времени. Потому что Песах занимает центральное положение в Евангелии, в проповеди Иешуа и также в Прямо посередине находятся эти две концепции. Первая концепция ⁇ это концепция исхода. Люди должны были выйти. В следующих слайдах мы увидим, что они пройдут через Красное море. Почему они проходят через Красное море? Они должны были пройти очищение. Так же, как Бог отделил сушу от моря в первой главе книги Бытия. Поэтому он разделил море в 15 okay, 12, главе книги Исход. Исход с 12 по 14 um, главы. So Поэтому концепция Исхода очень важна. Только когда они проходили это очищение, проходили по пустыне, и только потом входили в землю, когда они были готовы к тому, чтобы войти в землю. Не все. That that land, поколение, вышедшее Egypt, из страны египетской, не смогло войти в святую землю. Моисей не смог выйти в святую землю. Но только новое, очищенное And поколение смогло войти в святую Isotis. землю это названо Айсодус. Исход всегда предшествует Айсодус. Невозможно пройти Айсодус, не пройдя исхода. Иисуса Навина, 4 глава, семя входит в землю. Описание чего можно найти в четвертой и третьей главах книги Исход. Почему они вошли туда? Как сказано в книге Исход, они вошли туда, чтобы утвердить имя Бога, а не свои имена. Помните 11 главу книги Бытие? Люди хотели создать себе имя, а не так в книге Иисуса Навина. Иисус Навин говорит, нам нужно утвердить имя Бога. Поэтому это okay. очень красивая модель. Right В самом центре. Seed, Семя, land, земля и имя. Три важных темы. Каковы другие важные ключевые концепции? Я бы хотел показать вам следующий слайд. Вы заметили, что это также структура минора. В первых пяти главах книги Иисуса Навина the central theme is the concept of crossing over. центральная концепция ⁇ это концепция пересечения Иисуса Навина 3.16. Слово в иврите авар, что значит пересечь. Okay. We, we Помните, мы читали это в 15 главе книги «Исход» в этой поэме вчера? Это то же слово. Почему Бог хотел, чтобы народ пересек море? Бог хотел, чтобы они перешли море и очистились. Очистились перед тем, как войти в землю. Они входят в землю, чтобы утвердить имя Бога. Это основная концепция в Иисуса Навина, глава 1-5. Посмотрите на к народу». Иисус Навин приходит к народу, собирает их и говорит, Бог дает нам эту землю. Вы должны сделать все возможное, чтобы она была святая. Каким образом это сделать? Она будет святой, только если вы и я Авад Господа.

Между ними есть взаимосвязь. You вы пересекаете, you пересекаете Красное море, пересекаете реку Авар. Иордан, Авар. Why? Почему? So цель в том, что вы Авар. Это основная цель для человека. Помните во второй главе книги Бытие? Какова цель для человека? Not to till and to toil, не возделывать землю и трудиться. But to worship God. Но поклоняться Богу. That doesn't mean you just become lazy. Это вовсе не значит, что вы должны облениться. Поймите Евангелие правильно. Правильно поймите слова Моисея. It, it, saying, hard, Моисей говорит, когда вы тяжело работаете, то вы поклоняетесь Богу. Видите суть. Это совсем другое понимание. У вас другое отношение. Делайте все во славу Бога. Именно это говорит Иисус Навин. Иисус Навин, раб Божий, приходит и говорит. В самом конце он собирает людей и поет песню. Откройте со мной конец книги Иисуса Навина. В самом конце. Um, perhaps we could begin reading at verse 14. Иисус Навин, 24.14. Итак, бойтесь Господа и служите Ему. Авад. А служите, а служите Ему. Служите Ему. Авад. То же слово используется в Бытие 2, 15. Служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым Ават, отцы ваши, за рекою и в Египте. Ават, Господу, служите Господу. And if it seems evil to you, ra, «Если же не угодно вам служить Господу, ra, чтобы авад Господу, служить Господу, то изберите себе day, ныне, avat. кому авад». Заметьте, что постоянно повторяется слово «авад», «авад», «авад». «Кому вы будете авад» богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амареев, в земле которых живете? You, you делайте все, что захотите. Все, что хотите. А я и дом мой, We will the Lord. Будем Авад okay? Господу. So there's a purpose for avar. И в Авар есть цель. There's a purpose for, for salvation. Есть цель в спасении. Есть цель в Авар. It's not just to have a fun time. Не только чтобы хорошо проводить время and, and do whatever you want to do. и делать то, что вы хотите. Цель It's Авар to служить. So you see the parallel? Between A and Поэтому вы видите параллель между А и А3. В этом красота пророков. Иногда это одна и та же тема, а иногда это параллельные темы. Иногда это противоположные темы, darkness, как свет и тьма, добро и зло. В этом красота Библии. See that, see Она просто помогает нам увидеть okay, это, увидеть послание. Хорошо, давайте посмотрим на Б и Б'. В Б, который относится к 6-12 главам книги Иисуса Навина, The main concept is Главная концепция — лаках. Бог говорит народу, I am giving you this land. «Я даю вам эту землю». Why am I giving this land? Почему я даю вам эту землю? So that you would go and the people, чтобы вы яраш людей. You would go and possess the people, овладели людьми. That's word about, Это первое слово, о котором мы говорили. Во-вторых, я хочу, чтобы вы лаках взяли. So слово постоянно it's, повторяется. It's, it's Это ваш дар. Это не ваша земля. Это земля моя see, земля. Видите, что по всей Библии пророки повторяют это снова и снова. Они скажут, «Эта земля не ваша земля». Это земля — моя земля. Вчера я ехал в машине с Лукасом и Ахел. Они уже ушли? И другая машина подрезала нас у водителя, которое не было водительских and, and прав. And И эта машина врезалась в их машину. You know what their reaction was? Знаете, какая у них была реакция? Uh, but everyone's all right. С ними все в порядке. Everyone's они живы. Right. Sure. Вот их реакция. Это машина Бога. Это не наша. This is God's gift to us. Это подарок Бога Isn't that нам. Beautiful? Разве это не чудесно? If only, if only the people knew that clearly... И если бы только люди это четко знали, то они все еще жили бы в этой земле. Храм все еще находился бы там. Это земля And Бога. So them, Поэтому Иисус Навин говорит им, «Возьмите эту землю как подарок, но помните, что эта земля — моя земля». In Leviticus chapter 24, or 25. I always keep returning back to uh, the Torah. In Leviticus chapter 25, there is the law that is given regarding the sale and purchase of property. В 25 главе книги Леви дан закон о купле-продаже недвижимости. В 23 стихе Моисей говорит народу, Бог обращается к народу через Моисея. Когда вы войдете в землю, то ее не должно продавать навсегда. Why? Почему? The land is mine, says God. Потому что земля моя. And you are only and и вы пришельцы и поселенцы у меня. Не удивительно ли God это? Бог ввел народ в землю. И сказал им, вы должны заботиться о земле. This is my holy land. Это моя святая земля. Keep it holy. Пусть она будет свята. You are only strangers and sojourners. Вы только пришельцы и поселенцы. That is the beauty of, of the prophet. Вот в чем красота пророков. Okay, so in B, God says, в пункте Б Бог говорит, овладейте землей, но также помните, that, that land, что эта земля моя, не ваша. Вы только должны заботиться о ней. It, когда вы возьмете ее, то посмотрите на Б штрих. В Иисусе Навина, главы с 13 по 22. There is another key concept. Есть еще одна ключевая концепция. And it, it with Она идет в рифму с лаках. Слово халак. И значит land. разделить землю. So Поэтому эта земля моя земля. You Пойдите и возьмите you ее, а владейте ей яраш. И как только вы овладеете ею, тогда вы сможете халак землю равномерно разделить ее между собой. Пророки постоянно это повторяют. Например, пророк Амос. Когда мы дойдем uh, до пророка Амоса, say, то прочтем done? это. Он говорит, что вы сделали? Почему среди вас есть бедняки? Uh, The, what do you call it? Почему есть трущобы бедняков? Yeah, why, why, why Почему есть вдовы, That сироты? Такого не должно быть. Это земля, моя земля. И вы должны равномерно разделить ее между собой. Потому что это моя so земля. B B Поэтому B и B-штрик перекликаются you, you друг с другом. Land, вы овладеете землей и затем делите между собой. Вот еще один очень интересный факт. Заметили, что слово халак снова и снова используется в Торе, когда Бог отделил сушу от воды халак сушу от воды. The day, the Когда Бог отделил ночь от дня, также используется Because слово халак. Потому что это модель Бога. I, you know, До того, как мы приехали сюда, я и со своей женой побывали uh -huh, and, в Рио-де-Жанейро. И мы видели береговую линию океана. Amazing, the как удивительно Бог положил разделение. Разделяющая линия между океаном и сушей. Потому что мы портим окружающую среду. Происходят природные катаклизмы. И все из-за нас. Но Бог положил это разделение. Здесь используется то же слово. Как красиво эти темы согласованы вместе, не так ли? В самом центре 18 главы Иисуса Навина, когда Иисус Навин собирает всех людей вместе, He gathers the seed together. Он собирает семя вместе. Он собирает их в Силоме. What's the first thing he does? Что он делает первым делом? He sets up the ohel -moed. Он учреждает Охел Моэд.

Помните слово Моадей Адонай, встречи Бога. В Бытие 1:14. Левит 23: глава. это тоже слово. Это место встречи. Время встречи. Место встречи. С именем Бога. из за этого написано, что земля покорилась им. То же слово используется в первой главе книги Бытие. Что Бог там делает? Давайте посмотрим okay. на это. Бытие, 1 глава. Сразу после творения Бог говорит человеку. Verse, verse в стихе 26 Давайте. Давайте. Видите, Бог ⁇ это составное единство. Давайте сотворим человека по образу in нашего по подобию нашему. И владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. Помните, я сказал, что это слово можно перевести как земля и страна для перевода. Поэтому Бог говорит, сотворим человека по своему подобию. Видите, нашему его. Это Бог. Он комплексно един. По образу Божию Он сотворил его. Female, them, Мужчину plural. и женщину сотворил их. Created him, created them, сотворил so, его, so сотворил их. Поэтому мужчина и женщина вместе — это картина Бога. Okay, Стих 28. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, владычествуйте ей». Это пророчество исполняется в 18 главе Иисуса Навина. Видите эту взаимосвязь? Они овладели землей. Пока они святили имя Бога, пока они служили Господу, все было в порядке. Проблема только в том, что они так не поступали. И это остальная часть истории с остальными пророками. What are some of the themes that are carried on? In, in the book of Joshua, the, the first thing that happens in Joshua chapter 3 is Joshua goes and he asks the priests to go through the river, right? Первое событие в книге Иисуса Навина, когда он просит первосвященников первыми войти в реку. Воды реки разделились таким же образом, как и воды Красного моря в книге Исход 14 главе. Таким же образом, как Бог произвел разделение между сушей и морем в Бытие 1-й главе. So it's like, like God created Бог создал in Genesis в Бытие 1 главе. So God is recreating, Поэтому okay. Бог снова воссоздает. Знаете ли вы, что такое же происходит при прохождении миквы? Genesis, one, Бытие 1 глава, Genesis, four, Exodus, 14, Исход 14 глава, like there, Joshua, three, так же, как Бог снова творит в Иисуса Навина 3 главе. So Поэтому существует эта картина воссоздания. Мы, Мы умираем для себя и становимся новым творением. Это внешний символ того, что Бог производит внутри. So Поэтому там присутствует there's эта the тема. The 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 Вторая тема ⁇ это we, тема очищения семени. We, well. Мы также говорили об этом. Семя очищено, before the seed would go into God's holy land. прежде чем оно может войти в святую землю Because Бога. Holy, Потому что Бог свят, не шути с Ним в отношениях. Исайя постоянно повторяет это. In Например, шестая глава книги Исаи. Люди шутят с Богом. Исаия сидит в храме. У него было видение. В видении ангелы славят Бога. With, with two wings they are flying. С помощью двух крыл они with летают. Two wings they are closing their eyes. Двумя они закрывают свои глаза. With two wings they are covering their feet. Двумя закрывают свои ноги. And, and... And they're crying, кадош, 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 И они восклицают, Кадош, 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 Адонайца. «Мелехол ха арец. Свят, свят, свят» «Бог Вседержитель» «Вся земля полна Его славы» «Бог хотел, чтобы люди знали это» «Вы входите в святую землю» «Вы должны пройти очищение» «Если вы хотите жить в этой святой земле» «Следите за тем, чтобы земля земля была святой. И вы должны быть святыми. Также дано знамение. Like Passover, как народу было дано знамение во время Пейсаха, когда им было сказано заколоть пасхального агнца и помазать его кровью косяки дверей, то это станет знамением вашего спасения. Помните слово «оут» в Бытие первой главе? Это знамение вашего спасения. Вот что сделала Рахав, In Joshua chapter two, когда во второй главе Иисус Навин посылает двух разведчиков, чтобы они осмотрели землю. И они сказали, она тов или ра. Помните? Okay. So there's Rehab. Там живет Рахав. Who takes care of these two scouts, которая позаботилась об этих двух саглядатах. Она говорит, хотела бы я увидеть вашего Бога. А саглядатели говорят, ты хочешь поклоняться you will be нашему safe. Богу? Ты спасешься. But you have to do the same thing. Но ты должна сделать то же, that we did, что сделали мы. Как ты так же, как и мы, должна повесить знак на косяках своих дверей. Ты также должна повесить Мизузу. Красную веревку. This... Видите эти It's параллели? Amazing. Это просто удивительно. Okay. Два соглядатая возвратились назад в книге чисел 14 глава 38 стих. Иисус Навин и Халев. Единственный, кто возвратился с хорошим словом. Откройте числа 14 глава 38 стих. Два соглядателя возвратились, и что они сказали? Числа 14 глава, 38 стих. Что сказано в португальской Библии? другие мужи принесли плохое слово что сказано в тридцать седьмом стихе What does it say there? что там сказано how, how is it translated in English? какой перевод на английский стихи тридцать шестой и тридцать седьмые numbers 14 36 and 37 are you in numbers yeah by doing what or setting fire it doesn't say evil word В оригинале сказано, что они принесли плохое слово. А Иисус Навин и Халив говорили, нет-нет, эта земля хорошая, хорошая. Um, и то же происходит во второй главе книги Иисуса Навина. Verse 24. Стих 24. The two spies, they come back. Два соглядатые возвратились. И они не распускали худую молву, но они говорили хорошее слово. Потому что это хорошая земля, земля, в которой течет молоко и мед. Это Божья земля. Очевидно, что это Бог. Потому что в Бытие 1, семь раз good. повторяется фраза «хорошо, хорошо, Who хорошо». Кто вы такие, чтобы называть ее плохой? Кто ты такой, чтобы называть okay? ее плохой? So Ведь это Божья Святая Земля. Поэтому вы видите, как Now, повторяются эти темы. Есть еще okay? одна очень интересная in, тема, in, которая in, повторяется um, снова и снова. 5, в пятой главе Иисуса Навина. Uh, Иисус Навин вот-вот уже готов пойти против этой группы людей в этой части мира. Ангел Господень стал пред ним. Давайте откроем пятую главу книги Иисуса Навина. Joshua, chapter 5. Иисус Навин, пятая глава. And verses and onward. Начиная с 13 стиха. And it came to pass, Иисус... When When Joshua was by Jericho, «Находясь близ Иерихона, that he lifted his eyes and looked, взглянул и видит, behold, кто перед ним стоит? A man, a человек! Man him, with his sword drawn in his hand. Стоит перед ним человек и в руке его обнаженный меч. Him, Иисус подошел к нему, him, сказал ему, наш ли ты, или из неприятелей наших. Он сказал, нет. Я вождь воинства Господня. Теперь пришел сюда. И Иисус пал лицем своим на землю, поклонился ему. Почему он поклонился ему? Потому что это был Образ самого Бога. Это не обыкновенный человек. Эту тему мы находим ранее в книге Бытие, where um, where first Abraham encounters the three men когда Авраам впервые встретил трех человек. Says, затем он оборачивается к этим людям и говорит, «Хашем, Бог, Господь!» okay? in, in, in 32, И затем в 32 главе книги Бытия приходит человек, который приходит и борется с Яковом. Says, Яков говорит, «Не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня». Who, who Кто этот человек? Век. Это место было названо Паниел, лицо Бога, face face. потому что он встретился с Богом лицом so к лицу. Бог явил себя. В четвертой главе книги Иисуса Навина в форме этого человека Бог явил себя Аврааму. В 18 главе Бытия Бог явил себя Якова В книге Бытия 28 главе Бытие 32. Эти темы повторяются снова и снова. Потому что все это образы самого Иешуа до его человеческого воплощения. Позвольте мне дать вам иллюстрации из моей жизни. Я преподавал в университете Цинциннати, юридической школе. Я говорил о еврейском философе по имени Эммануил Лавинас. Он удивительный философ. Я не знал, кто придет на мои лекции. Но там было несколько профессоров, студентов юриспруденции. К сожалению, в Америке эти люди сидят на последних рядах, в аудитории. Я не знаю почему. Думаю, что студенты боятся профессоров. Профессоры боятся профессоров. Я не знаю почему. Но на 15 минуте лекции... Вошли 50 мужчин, 50 человек, и все они носили черные шляпы и длинные черные пальто. Все они были любавическими раввинами. И я задрожал. Said, goodness, и подумал, что же будет. Oh, anyway, я помолился и продолжал лекции. И они делали заметки. Said, goodness, я what сказал: О боже, что же они записывают? Okay, so Хорошо. Поэтому лекции закончились. И затем подошло время вопросов и ответов. А один из раввинов поднялся. И сказал, хочу задать тебе вопрос. Ты называешь себя последователем Иешуа? Я не сказал это во время that. лекций, но он знал это. Потому что лекции были у еврейских философов. И они сказали, ты говоришь, что являешься последователем Ишуа. Amazing, как ты можешь man? верить в то, что удивительный, непреодолимый Бог, Бог, превосходящий все, что мог, когда-либо стал человеком? Вам понятен вопрос? Я yeah. That's a very good question. И я сказал, «Это очень хороший вопрос». You that, okay? Вы всегда должны начинать That's с него. <laughs> «Это очень хороший вопрос». Все профессоры говорят, «Это очень хороший вопрос». I said, I said, you in the Torah, right? Я сказал, «Ты веришь в Тору, правильно?» Let me take you the whole Torah. «Позволь мне показать по всей Торе». Я открыл свою Тору. I took и показал им, начиная с 6 главы книги Бытие, Бытие 18 глава, Бытие 32 глава, Бытие 28 глава, Иисус Навин 5 глава. Все эти люди названы мужи, мужи, мужи. Но Авраам назвал их Бог, Хашем, Имя Бога, которое Jacob не упоминается, Hashem, Иаков называет Их Хашем. Имя Бога. Иисус Навин поклонился How Ему. Become... Как же Бог не может стать человеком? God. Давайте не будем God ограничивать God. Бога. Бог есть Бог. So is is вот что происходит здесь. Приходит Мессия. Открывает Себя время от времени. Почему? Потому что это символы Его окончательного откровения, который можно найти в Евангелиях. Видите, в чем суть? Но это здесь подчеркнуто. Затем мы говорили о крови Агнца, что также очень важно. В книге Исход люди окропили кровью. Прежде чем войти в землю, Иисус Навин и израильтяне праздновали Пейсах. Знаете? Когда был построен новый храм, то все пророки говорили, мы сделаем две вещи. Во-первых, будем праздновать Пасху, потому что Моисей праздновал Пасху, Иисус наверно праздновал Пасху, мы также будем okay? праздновать Пасху. Okay? Хорошо? Но это еще не все. You know Знаете, кто еще отмечал Пасху? После того, как Бог создал всю вселенную two, в Бытие второй главе, Он отдыхал и праздновал Песах. В этом красота. И таким же образом Он спас Адама и Еву. Вот как Он спас In Адама и Еву. 3. В третьей главе книги Бытия. The Какие еще темы? Okay. The is Очень важная тема жизни и смерти Израиля. Во второй главе книги Бытие Бог помещает мужчину и женщину в Эдемском саду. Тогда не было никакой смерти. Была только жизнь все было хорошо. Бог говорит Адаму и Еве, «Я хочу, чтобы вы радовались этой жизни». Но Адам и Ева сами захотели стать богами, принимая участие в этих спиритических сеансах. как сеансы йоги. Like yoga, they wanted to become gods themselves. Они сами хотели стать подобны богам, поэтому Бог выгнал их. Okay, right Torah, Хорошо, в самом конце Торы people, Моисей говорит народу, «Вот, я сегодня предложил тебе». Откройте со мной второзаконие 30 главу, пожалуйста. Последняя речь Моисея. Он говорит народу в 15-16 стихах. Видите? Слово ⁇ ра ⁇ это другое слово. Это не то слово, которое означает зло. Это ⁇ ра, ра. ⁇ Видите, также, когда Бог увидел в первой главе книги Бытие. Видите. I am placing before you today. Я сегодня предложил тебе. What? Что? What it say? О чем здесь говорится? Life and... Жизнь и... Life and the good. Жизнь и добро. Хатов.

есть жизнь. Если ты будешь делать добро, то ты будешь жить. Если ты будешь следовать злу, ра, то умрешь. Поэтому следуй добру. Храни его заповеди. Стих 17. Если же отвратится сердце твое и не будешь слушать, And worship other gods, и станешь поклоняться иным богам, them, и будешь Авада служить им, тогда ты погибнешь. Verse, verse 19, 19 стих. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил Blessing я тебе. Благословение и They проклятие избери жизнь». Okay. So Тоже говорят пророки. «Избери жизнь». Пойди к древу жизни. Life, Если бы только Адам и Ева пошли к древу жизни, они бы просто следовали, следовали за Богом. Они сами хотели стать богами. So Jeremiah chapter and verse 3, Поэтому в Еремии 8 3, says, пророк говорит, не идите за смертью, идите к древу жизни. Genesis, 21 И Еремия 21.8. Не следуй за смертью, следуй за жизнью. Это вся история пророков. This, death. Вся история пророков – это история жизни и смерти. Say, К сожалению, Исаия говорит: people, «Вы народ, you are, you are so вы такие жестоковыные, вы только хотите следовать за смертью. Хотите Go следовать ahead. за смертью? Вперед. Вы испытаете последствия. Okay. Хорошо?» but, but... But follow life. He'll still say follow life. Но все же он говорит, следуйте за жизнью. И только потом он оставит народ в покое. А потом говорит, что будет остаток of the seed семени. The of в последней части книги Исаии он скажет, что остаток семени последует за жизнью. Книга Исаии, example, например, Книга Исаии имеет три раздела. Is Первый раздел Исаии с первой главы по 39 говорит, не следуйте смерти, не следуйте смерти. Пророк Исаия не говорит, не следуйте за смертью, не следуйте за смертью. Вы умрете, умрете, умрете. разве вы этого не видите? И И они умирают. выходе Носор разрушает храм. земля опустошена. Второй раздел Исаия с 40 главы по 55. Когда Исаия говорит людям, это правда, вы не слушаетесь Бога. Знаете, Бог пошлет кого-то, кто станет этим настоящим семенем, Мессию. Он умрет за тебя. Потому что ты не послушался Его, ты умер. И вместо тебя умрет этот Мессия. Мессия. Затем мы подходим к третьей части, is 56, начиная с 56 главы Исаии, all the way to 66, и до 66 главы, which looks to the которая говорит о будущем. It's true, you died. Ты умер. Part, the dies for you. Вторая часть: Мессия умирает за тебя. Исайя 53 глава. Он изъязлен был за грехи for наши, our iniquities. мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем. By his we are healed. Ранами его мы исцелились. Исайя so 56 по 66 главы говорит о новом небе и новой земле в будущем. So right Isaiah, в самом конце книги Исаия. Давайте откроем этот отрывок и на сегодня завершим наши занятия. В самом конце книги. Исаия 65 глава и по 66. Где говорится о новом вине, новом человечестве? Исайя 65, 65:17. И вот я творю новое небо и новую землю. И прежние уже не будут воспоминаться и не придут на сердце, А вы будете веселиться и радоваться во веки. О том, you что you я творю. That? Видите это? Бытие, 2 глава. Behold, Ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью. И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем. И не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Почему? Потому что я творю новое небо и новую землю. 23 стих. И будет. They call, I will прежде, нежели они возовут, я отвечу. Speaking, hear. Они еще будут говорить, а the я the уже услышу. Волк и ягненок будут поститься вместе. Straw, like и лев, как вол, будет есть солому. А для змея прах будет пищей. Помните третью главу книги Бытия? Этот змей, который поведал о зле, теперь уже не сможет этого делать. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, потому что это моя святая гора. Это история пророков. Мы продолжим изучать пророков завтра.